onun anılarını yok mu ediyorum diye düşün. Biz oğlumuzun anılarını kalbimize sakladık. Yeleği aldım zaten. Bir daha başlarında durmama gerek var mı? Bir yelekle olacak iş mi bu? Biraz kafasını bulandıralım. Şimdi meyve serti. Ama buraya bırakmıştın. Gerçekten çok tuhaf. Onunla işin bittiğinde kendini bile hatırlayamayacak hale gelecek. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Почему Бэрон говорит Дилану не вмешиваться в это? В чем проблема между Тариком и Бараном? Какое решение принимает Баран, которое разозлит Тарика? Сможет ли Джейда спровоцировать Тарика на Барана? Что произойдет между Чинаром и Тариком? Подумает ли Дилан, что Миран портит ей моменты, раздавая ее вещи, и сдастся ли? Почему Джейда забирает жилет Мирана? Что Джейда и госпожа Хаджер планируют сделать с Диланом? Встретится ли он с Берфином в доме Гэжиаки Файхан? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Баран отобрал у Тарика все полномочия компании, не вмешивался в решение, которое он принимает в отношении Чинара, и узнал, что Чинар на самом деле его собственный сын, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Баран будет обеспокоен решениями Тарика относительно его дел и привлечет его к ответственности. Хоть Тарику и не нравится такая ситуация, он не сможет поднимать много шума, поскольку знает, что не прав в этом вопросе. Прежде чем произнести эту речь, Бэрон узнает, что произошло, из телефонного звонка, который он получил, когда Дилан была со своим отцом и Гэжуэ Азади. Он позвонит своему человеку Барану и сообщит, что Тарик заблокировал выплаты и рабочие больше не хотят работать. С этим гневом Баран пойдет в кабинет Тарика и рассердится на него, сказав, что никто не должен мне мешать. Мало того, что Тарик забрал его компанию с одной стороны и сына с другой, он еще будет продолжать пытаться придумать, как навредить Барану. Но теперь глаза Барана постепенно начнут открываться. Сначала он возьмет под свой контроль компанию, решит там финансовые кризисы и проследит, куда тратятся деньги. По мере их появления мы увидим, что они больше спорят с Тариком. Конечно, решение Барана взять на себя заботу о компании вызовет у Тарика беспокойство и гнев. Потому что, похоже, есть большая вероятность, что Баран пока помешает ему завершить работу, которую он хочет. Однако, как всегда, Джейда скажет Тарику, чтобы его не притесняли, и захочет спровоцировать Барана. Хотя Тарик боится Барана, он будет сопротивляться Барану газам Джейды и вести себя безразлично к тому, что он делает. Тарик на самом деле один из тех людей, которые кажутся очень бдительными, но очень пассивны. Это персонаж, который постоянно действует по указаниям Джейды и его матери и из-за них становится плохим. Потому что он не может подавить свое чувство сострадания к Чинару и не хочет его расстраивать. Это то, чего госпожа Хаджер боится больше всего, она боится, что когда она смягчится по отношению к Тарику Чинару, он перестанет творить зло и быть злым. Сближение Чинара с Бараном и Диланом заставит Тарика совершать ошибки из-за страха потерять Чинара. Когда Баран случайно подслушивает их разговор, его разговор с Тариком, которого он знает как отца Чинара, вызовет у него эмоции. Он представит своего кота с сыном Мираном и загрустит. Чтобы не потерять Тарика Чинара, он постарается приблизиться к нему и показать свою любовь. Конечно, он будет очень рад, что отец Чинара, Тарик, так заботится о нем. На мгновение Дилан почувствует вину за то, что не сохранил вещи Мирана, и поделится этими чувствами с Бараном. «Наш сын Баран в глубине души убедит нас продолжать раздавать эти предметы», сказав, пусть эти предметы сделают счастливыми других детей, пусть они принесут пользу нашему сыну и сделают его счастливым на небесах. Когда Дилан и Чинар подойдут ближе, Джейда и Хаджер Ханем начнут делать с ним плохие вещи. Они попытаются поиграть с разумом Дилана. Джейда тайно заберет жилет Мирана, который Дилан хранил в качестве сувенира, и спрячет его. Дилан очень расстроится, если не сможет его найти. Баран снова ее успокоит. Они будут пытать Дилана, чтобы заставить его почувствовать, что он постоянно все забывает и сходит с ума.
Я надеюсь, что пока они строят эти планы, госпожа Азади и господин Кудрет в особняке заметят, что они задумали. Хотя он хочет избавиться от своей печали с Чинаром и обрести покой, он подвергнется мучениям Хаджер, Ханым и Джейды. В то же время Чинар может предупредить об этом Дилана. Что бы они ни делали, отныне им не удастся разлучить Чинара и Дилана. Ни Дилан, ни Чинар этого не допустят. В то же время Баран настолько привязан к нему, что завидует тому, что Тарик является отцом Чинара. Если Дилан их заметит, он притворится обманутым и раскроет их настоящую цель. Пусть Берфин и Акиф встретятся в доме госпожи Айхан и узнают, что они разговаривают друг с другом. Хоть он и не понимает, почему Акиф Берфин называет свое имя по-другому, ему все равно. Госпожа Айхан будет очень рада встрече с ними. И теперь Берфин и Акиф начнут тайно встречаться. Как вы думаете, госпожа Хаджер узнает, что Берфин разговаривал с Акифом? К чему приведет сближение Дилана и Чинара? Узнает ли Баран о беспорядке, который Тарик устроил в компании? Будет ли понятно, почему дамы Хаджер пришли в особняк? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.